стройными рядами комбайны идут по ячменному полю. Здесь, в подразделении Мордовского агропромышленного объединения под руководством Федора Желтова, а зимой пшеницу уже убрали. Ячмень продержится в колосьях еще максимум несколько дней. Потом приступят к уборке яровой пшеницы. Но уже сейчас показатели урожайности выше, чем в среднем по Мордовии. По урожайности, в частности, по ячменю идет по 40 центнеров с гектара. В зерновой клин полностью нам дал где-то порядка 42 центнеров с гектара. Плановые показатели выполняем. Плановые показатели у нас были 40 центнеров с гектара. На данный момент там осталось убирать 3,5 тысячи гектар из 12 тысяч. Вот. Погода даст, уберем за дней 12. Владимир Коровин работает комбайнером больше 15 лет. Ведет свою сельхозмашину неспешно, со скоростью максимум 3,5 км в час. Не потому, что никуда не торопится, а потому, что так решила погода. Из-за дождей и сильных ветров ячменные колосья полегли. Это сильно затрудняет и затормаживает уборку. В этом году парк агрохозяйства пополнился двумя новыми комбайнами. Усовершенствованные машины справляются с задачей легче. Но если кажется, что все зависит только от техники, то это далеко не так. Если полегший ячмень, то нужно внимание большое, что не торопиться, серьезно относиться к этому делу нужно. Потише ездить, чтобы скорость поменьше, чтобы все взять пониже срез брать. От комбайнера все зависит. Вся зависимость, что идет от комбайнера, а не то, что сидеть просто рулить. Все внимание нужно, комбайн и технику нужно любить, как говорят. Тогда она будет все хорошо работать. Несмотря ни на что, валовый сбор зерна в этом подразделении Мордовского агропромышленного объединения – 35 702 тонны. Погода, которая вроде бы сыграла в минус, с другой стороны, принесла и положительный эффект. Зерновые с полей выходят практически сухими, но все же отправляются на специальный элеватор. Здесь, на сушильном комплексе, зерно доводят до нужной для длительного хранения влажности – 13-14%. На данный период комплекс наш переработал порядка 14 тысяч зерновых. Из них 1,5 – это озимая пшеница, 2,5 – 2700 – это ячмень мировой. В планах переработать еще порядка 5000 ячменя, и порядка, наверное, 3000 яровой пшеницы. За весь прошлый год сушильный комплекс переработал 14 тысяч тонн зерна. В этом году уже перешли этот рубеж. А впереди еще уборка яровой пшеницы, кукурузы. Планируют переработать в общей сложности больше 20 тысяч тонн зерновых. Светлана Лашина, Максим Прохоров. Наши новости. Рамадановский район. Республика Мордовия.